12 чемоданов, набитых кокаином, обнаружили в школе при российском посольстве в Аргентине еще в декабре 2016-го. Чтобы проследить дальнейшее перемещение груза, наркотики решили подменить мукой, а чемоданы оборудовать GPS-трекерами. Операцией руководила лично министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич. В 3 часа ночи нам пришлось отправить на центральный рынок отряд пограничников закупать муку. Нам было нужно 389 килограммов. Такого количества не было ни на одном из складов. Voy a la playa, había subido la marea.